Что произошло? Как мне нанести удар? Не буди во мне зверя. Конечно. Исследование завершено. Требуется больше древесины. Требуется больше древесины. Я не сплю. Правосудие свершится. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Близится финал. У нас мало времени. Как мне нанести удар? Пора продолжить охоту. Самое время. Исследование завершено. Я завершу начатое. Исследование завершено. Госпожа, мы обнаружили место раскопок. Может быть, там хранится какой-нибудь артефакт нашего древнего королевства? Осмотрите раскоп. Если богиня будет к нам благосклонна, мы найдем то, что поможет нам спастись от Иллидана и его тварей. Поторопись. Пора продолжить охоту. Уже? Жду приказа. Мы впустую тратим время. Анудора! Правосудие свершится. Исследование завершено. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Самое время. Требуется больше древесины. Здесь строить нельзя. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Близится финал. У нас мало времени. Исследование завершено. Самое время. Я завершу начатое. Укажи мне путь. Пора продолжить охоту. Здание готово. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Привет! Я не сплю. Сейчас. Поторопись. Воистину. Я не боюсь. Исследование завершено. Конечно. Не буди во мне зверя.
Мы впустую тратим время. Здание готово. Я уже сождалась. Наши воины вступили в бой. Требуется больше древесины. Пора продолжить охоту. Я завершу начатое. Во имя правосудия. Поторопись. Исследование завершено. Я уже заждалась. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Близится финал. Исследование завершено. Самое время. Самое время. Госпожа Майе. Я уже заждалась. Какая удача, что мы нашли вас. Пора продолжить охоту. Я завершу начатое. Близится финал. Виновные будут наказаны. Наши воины вступили в бой. Наш рудник почти истощен. Я не сплю. Сейчас. Требуется больше древесины. Поторопись. За стражей! Исследование завершено. Исследование уже завершено. В пути. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Я поплелась отомстить. У нас мало времени. Требуется больше древесины. Правосудие свершится. Исследование завершено. Самое время. Я уже заждалась. Анудора! Виновные будут наказаны. Мы впустую тратим время. Наша священная рощь осквернена. Не буди во мне змея. Исследование завершено. Поторопись. Уже пора продолжить охоту. Близится финал. Я завершу начатое. Самое время. Я завершу начатое. Наши воины вступили в бой. Исследование завершено. Наш рудник истощен. Поторопись. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Мы впустую тратим время. Близится финал. Исследование завершено.
сейчас. Я завершу начатое. Близится финал. Самое время. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Хвала Элуне. Она добралась до берега. Я вся внимание. Не буди во мне зверя. Твой ход. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Близится финал. Я завершу начатое. Пора продолжить охоту. Исследование завершено. Поторопись. Самое время. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Приказ поняла. Жду приказа. Конечно. Конечно. Правосудие свершится. Близится финал. Самое время. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Уже в пути. А ну, дура. Сейчас. Конечно. Сейчас. А ну, дура. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Поторопись. Я завершу начатое. Приказ поняла. Ни слова больше. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится.
самое время. Близится финал. Виновные будут наказаны. Близится финал. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Самое время. Пора продолжить охоту. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Стою на страже. Поторопись. Близится финал. Я уже заждалась. Самое время. Правосудие свершится. Наши воины вступили в бой. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Наша священная роща свернена. Я не сплю. Уже уйти. Поторопись. Я завершу начатое. Наши воины вступили в бой. Виновные будут наказаны. Как я люблю природу. Сейчас. Виновные будут наказаны. Мы впустую тратим время. Близится финал. Самое время. Поторопись. Спящий. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Богиня, укажи мне путь. Как мне нанести удар? Уже в пути. Пора продолжить охоту. Близится финал. Я уже заждалась. У нас мало времени. Поторопись. Наши воины вступили в бой. Самое время. Правосудие свершится. Я завершу начатое. Куда отправляться? Главное не опоздать. Лес защитит меня. Я не сплю. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Наш покажешь герой на карте? Пал в бою. Одна нога здесь, другая там.
Я готова. Здесь нельзя пустить корни. Как я люблю природу. Здесь нельзя пустить корни. О чем шумят деревья? Богиня, укажи мне путь. Здесь нельзя пустить корни. Как мне нанести удар? Спящий пробудился. Я карающая длань правосудия. Пора продолжить охоту. Как я люблю природу. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Я здесь готова. Нельзя пустить корни. Спящий пробудился. Поторопись. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Богиня, самое время. Укажи мне путь. Близится финал. Ашал Тарадас! Как я люблю природу. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Наш герой пал в бою. Дорога зовет. Спящий пробудился. Наши воины вступили в бой. Я готов. Как я люблю природу. Что нового? Не буди во мне зверя. Укажи мне путь. Я карающая длань правосудия. Поторопись. Спящий пробудился. Я уже заждалась. Правосудие свершится. Я завершу начатое. Мне нанести удар. Слушаю. Мы впустую тратим время. Самое время. Близится финал. Куда отправляться? Пора продолжить охоту. Виновные будут наказаны. Отдыхать некогда. Пора продолжить охоту. Дорога зовет. Правосудие свершится.
Близится финал. Наши воины вступили в бой. Покажешь на карте? Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Самое время. Покажешь на карте? Мы впустую тратим время. Отдыхать некогда. Побежали. Поторопись. Богиня, укажи мне путь. Я завершу начатое. Правосудие свершится. Я уже заждалась. Близится финал. Я уже заждалась. Дорога зовет. Мы впустую тратим время. Куда отправляться? Пора продолжить охоту. Наши воины вступили в бой. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Да хранит ее Элуна. Если она не сможет добраться до Шандо Малфуриона, Иллидана уже никто не остановит. Похоже, корни Нордрасила приходят в порядок. Если бы то же самое можно было сказать и обо всем оскверненном лесе. Боюсь, порча Легиона оставила на теле земли незаживающие раны. Твои друиды что-нибудь придумают. Может быть, Изера или Алекстраза помогут? Шандо Малфурион... Жрица Тиранда, прошу прощения, эта эльфийка утверждает, что у нее к вам срочное дело.
Кто ты? И что привело тебя сюда? Я служу Майе в Песне Теней, предводительнице стражей, той самой, что поклялась найти Иллидана предателя. Иллидана? Что ты имеешь в виду? Мне очень жаль, Шандо, но твой брат призвал из морских глубин целую армию и похитил артефакт демонов. Пока мы беседуем, моя госпожа бьется с его войсками на расколотых островах. Ей нужно подкрепление. Я отправлюсь туда. Я поведу туда часовых. Нет, любовь моя. Мы с друидами и сами можем справиться. Я его освободила. Значит, и остановить его следует мне. Тогда мы отправимся вместе. Если гонец говорит правду, Маев пригодится любая помощь. Держитесь! Если будет на то воля богини, Шандо Малфурион придет нам на помощь! Высадка прошла удачно, но несколько наших кораблей, похоже, сели на мель у других островов. Не хотелось бы оставлять их позади, но мы не можем ждать ни минуты. Я отправила сов на разведку, и они обнаружили лагерь Маев. Ее войска отбиваются от врагов. Чтобы добраться до них, нам придется пройти через джунгли. Может быть, сила природы поможет нам добраться до места быстрее.
Нам надо спешить. Не думаю, что отряд Маев продержится долго. Неужели сон притупил мои чувства? А ну, дура! Да будет так. А ну, дура! Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Что угрожает этим землям? Что-то не так. Аштера Фаладор. Я поклялась отомстить. Поторопись, твой ход. Требуется больше древесины. Требуется больше древесины. Я един с природой. Закалимдор. Что это за змееподобные бестии? Не знаю, но эти создания кажутся странно знакомыми. Жалкие ночные эльфы, мы ноги, будущее за нами. Исследование завершено. Закалимдор. Наша священная роща осквернена. Если мы хотим спасти Маев, нужно поторопиться. Виновные будут наказаны. Что угрожает этим землям? Да будет так. А ну, дура! Закалимдор! Аштера Фаладор! Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. Что-то не так. Да будет так. Все, как я и подозревал, корабли сели на мель. Где-то рядом должны быть наши особенные союзники, которых я привел из Ясеневого леса. Особенные союзники? Продолжай поиски. Ты их ни с чем не спутаешь, когда увидишь. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Ашето Роман. Такова воля богини. Что угрожает этим землям? Аштера Фаладор. Да будет так. Закалимдор. А ну, дура. Я слышу голос Луны. Я един с природой. Слушаю. Мы впустую тратим время. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Требуется больше древесины. Неужели сон притупил мои чувства? Аштера Фаладор.
Да будет так. Исследование завершено. Наши воины вступили в бой. Анудура. За Калимдор. Исследование завершено. Наша священная роща осквернена. Мы должны как можно быстрее добраться до лагеря стражей. Поторопись. Близится финал. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Я завершу начатое. Поторопись. Правосудие свершится. Пал в бою. Я един с природой. Исследование завершено. А ну, дура. Наши воины вступили в бой. За Калимдор. Наши воины вступили в бой. Неужели сон притупил мои чувства? Аштера Фаладор. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. Богиня зовет. Что угрожает этим землям? Я... един с природой. Да будет так. Да будет так. Этим землям. Аштера Фаладор. За Калимдор. Кто смеет угрожать нашим лесам? Неужели сон притупил мои чувства? Наша священная роща осквернена. Наша священная роща осквернена. Отряд Маев долго не продержится. Недостаточно золота. Я карающая рана долго забыл. Поторопись. Правосудие свершится. Я готов. Близится финал. Я уже заждалась. Самое время. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Богиня, укажи мне путь. Богиня зовет. Что-то не так. Я един с природой. А ну, дура.
Аштера Фаладор. Я слышу голос Луны. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. За Калимдор. Поторопись. Мы впустую тратим время. Я завершу начатое. Ашето Роман. Неужели сон притупил мои чувства? Да будет так. Да будет так. Что угрожает этим землям? Я готов. Стою на страже. Я един с природой. Наша священная роща осквернена. Я слышу голос Луны. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Богиня, укажи мне путь. Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. Наши воины вступили в бой. Ашетора. Пора продолжить охоту. Богиня зовет. Наша священная роща осквернена. Что угрожает этим землям? Пора продолжить охоту. Наша священная роща осквернена. Время на исходе. Мы должны добраться до лагеря Маев как можно быстрее. Да будет так. Аштера Фаладор. Наша священная роща осквернена. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Я готова. Поторопись. Я слышу голос Луны. Я един с природой. Придется пробиваться через знак. Если мы хотим помочь Маев, другого выхода нет. Значит, скоро эти грязные твари познают ярость богини. Неужели сон притупил мои чувства? Укажи мне путь. За Калимдор. Аштера Фаладор. Богиня зовет. Наш герой, наша священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Анудура. Да будет так. Правосудие свершится. Наши воины вступили в бой. Что угрожает этим землям? За Калимдор. Кто смеет угрожать нашим лесам? Немедленно. Неужели сон притупил мои чувства? Мы впустую тратим время. Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Ашето Роман. Я един с природой. Анудура. Богиня зовет. Во имя Луны. Да будет так. Исследование завершено.
Я вся внимание. Что угрожает этим землям? Да будет так. Аштера Фаладор. Я готова. Наша священная роща осквернена. Мы должны как можно быстрее добраться до лагеря стражей. Вступили в бой. Недостаточно золота. Что-то не так. Исследование завершено. Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. Богиня, укажи мне путь. Я поклялась отомстить. Неужели сон притупил мои чувства? За Калимдор! Наши воины вступили в бой. За Калимдор! Неужели сон притупил мои чувства? Поторопись. Что-то не так. Аштера Фаладор. Исследование завершено. Что угрожает этим землям? Анудура. Да будет так. Я слышу голос Луны. Слушаю. Я един с природой. Да будет так. За Калимдор. Анудура. Исследование завершено. Что угрожает этим землям? Богиня, укажи мне путь. Аштера Фаладор. Я вся внимание. Аштера Фаладор. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. За Калимдор. Да будет так. Я готов. Стою на страже. Наша священная роща осквернена. Наша священная роща осквернена. Отряд Маев долго не продержится. Требуется я больше дающая длань правосудия. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Богиня зовет. Я един с природой. Во имя Луны. Я един с природой. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Самое время. Я завершу начатое. Поторопись. Герой пал в бою. Недостаточно золота. Ашето Роман.
Неужели сон притупил мои чувства? Я слышу голосы Луны. Анудура. Я готов. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Наша священная роща осквернена. Кто угрожает этим землям? Богиня, укажи мне путь. Вся внимание. Что-то не так. Анудура, придется пробиваться через знак. Если мы хотим помочь Маев, другого выхода нет. Значит, скоро эти грязные твари познают ярость богини. Наша священная роща осквернена. Наша священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Анудура. Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Ашето Роман. Неужели сон притупил мои чувства? Недостаточно золота. Я слышу голосы Луны. Стою на страже. Что угрожает этим землям? За Калимдор. Богиня зовет. Немедленно. Да будет так. Такова воля богини. Я един с природой. Что-то не так. Анудура. За Калимдор. Недостаточно золота. Правосудие свершится. Близится финал. Я готов. Что-то не так. Аштера Паладор. Наша священная роща осквернена. Мы должны как можно быстрее добраться до лагеря стражей. Богиня, укажи мне путь. Мы впустую тратим время. Я един с природой. Да будет Наши так. Воины вступили в бой. Аштера Паладор. Поторопись. Самое время. Близится финал. Наши воины вступили в бой. Правосудие свершится.
пора продолжить охоту. Недостаточно золота. Я слышу голос Луны. Что угрожает этим землям? За Калимдор! Да будет так. Анудура. Неужели сон притупил мои чувства? Богиня, укажи мне путь. Мы впустую тратим время. Исследование завершено. Недостаточно золота. Что угрожает этим землям? Аштера Фаладор. Да будет так. Ашето Роман. Неужели сон притупил мои чувства? Посмеет угрожать нашим лесам? Я един с природой. Наша священная роща осквернена. Правосудие свершится. Что-то не так. Исследование завершено. Наша священная роща осквернена. Отряд Маев долго не продержится. Наши воины вступили в бой. Аштера Фаладор. Неужели сон притупил мои чувства? Богиня, поторопись. Укажи мне путь. Пора продолжить охоту. Ашето Роман. Что-то не так. Я един с природой. Мы впустую тратим время. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Что-то не так. Я готова. Поторопись. Правосудие свершится. Кто смеет угрожать нашим лесам? Неужели сон притупил мои чувства? Да будет так. Богиня, а ну, дурак, укажи пора мне продолжить путь. Охоту. Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. Поторопись. Виновные будут наказаны. Правосудие свершится. Вот они, горные великаны, наши потерявшиеся союзники. Элуна милостивая, я не видела их уже много веков. Нашествие легиона пробудило от векового сна многих друзей нашего народа. Эти могучие создания помогут нам.
Близится финал. Что угрожает этим землям? Наши воины вступили в бой. За Калимдор! Поторопись. Самое время. Виновные будут наказаны. Я един с природой. Придется пробиваться через знак. Если мы хотим помочь Маев, другого выхода нет. Значит, скоро эти грязные твари познают ярость богини. Правосудие. Наша священная роща осквернена. Время на исходе. Мы должны добраться до лагеря Маев как можно быстрее. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Я поклялась отомстить. Поторопись. Я слышу голос Луны. Неужели сон притупил мои чувства? Исследование завершено. Наши воины вступили в бой. Пора продолжить охоту. Я готов. Что-то не так. Богиня зовет. Я един с природой. Аштера Паладон. Что угрожает этим землям? Калимдор. Ашетураман. Неужели сон притупил мои чувства? Да будет так. Я един с природой. Что-то не так. Я един с природой. Богиня зовет. Что-то не так. Кто сможет угрожать нашим лесам? Неужели сон притупил мои Я чувства? Я слышу голос Луны. Аштера Паладон. Что угрожает этим землям? Что угрожает этим землям? Анудура. Богиня зовет. Что-то не так. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я един с природой. Я слышу голос Луны. Неужели сон притупил мои Богиня чувства? Зовет. За Калимдор. Что-то Наши воины не так. Вступили в бой. Мы впустую тратим время. Наша священная роща осквернена. Если мы хотим спасти Маев, нужно поторопиться. Наши воины вступили в бой. Наш герой пал в бою. Ашетураман.
Значит, скоро эти грязные твари наша познают ярость богини. Наши воины вступили в бой. А ну, дура! Наша священная роща осквернена. Время на исходе. Мы должны добраться до лагеря Маев как можно быстрее. Я слышу голос. Пора продолжить охоту. Близится финал. Самое время. Я уже зажгла. Наши воины вступили в бой. Неужели сон притупил мои чувства? Что угрожает этим землям? Наши воины вступили в бой. Аштера Паладон. Да будет так. Исследование завершено. Что-то не так. Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Аж это роман. Я един с природой. Закалимдор. А ну, дура. Да будет так. А ну, дура. Аштера Паладон. Наши воины вступили в бой. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. Богиня зовет. Неужели наши сон притупил мои чувства? Я слышу голосы Луны. Во имя Кинария! Закалимдор! Наши воины вступили в бой. Такова воля богини. Что угрожает этим землям? Закалимдор! Что угрожает этим землям? Ашетто Роман. Неужели сон притупил мои чувства? Пора продолжить охоту. Я един с природой. Богиня зовет. Что-то не так. Мы впустую тратим время. Я слышу голос Луны. Что угрожает этим землям? Что-то не так. Един с природой. Наши воины вступили в бой. Поторопись. Наша священная роща осквернена. Если мы хотим спасти Маев, нужно поторопиться. Близится финал. Правосудие свершится. Наши воины вступили в бой. Я завершу начатое. Кто смеет угрожать нашим местам? Неужели сон притупил мои чувства? Ашетто Роман. Я един с природой. Поторопись. Наши воины вступили в бой. Виновные будут наказаны. Здесь нельзя пустить корни. Здесь нельзя пустить корни. Что угрожает этим землям? Пора продолжить охоту. Наши воины вступили в бой. Наша священная роща осквернена.
я слышу голос Луны. Что-то не так. Неужели сон притупил мои чувства? Что угрожает этим землям? Что-то не так. Анудура! За Калимдор! Неужели сон притупил мои чувства? Хвала Элуни! Шандо Малфурион, я знала, что ты придешь нам на помощь! Я рад, что мы добрались вовремя, Маев. Жрица Тиранда. Не ожидала. Неужели тебя замучило чувство вины? Маев, я сделала только то, что должна была сделать. Не тебе меня судить. Значит, твой долг состоял в том, чтобы убить моих стражей и освободить предателя? Тебя надо заточить в ту же темницу, что и его. Немедленно прекратите! Опасность еще не миновала. Маев, доложи обстановку. В этой местности не осталось ресурсов. Для штурма укреплений Иллидана понадобится куда больше войск. А значит, нам не обойтись без рудника. Хорошо. Тогда давайте найдем его. Богиня зовет. Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Немедленно. Здесь нельзя пустить корни. Я един с природой. Кто смеет угрожать нашим лесам? Мы впустую тратим время. Что угрожает этим землям? Неужели сон притупил мои чувства? Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Я един с природой. Да будет так. Богиня зовет. Здание готово. Я един с природой. Что-то не так. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Неужели сон притупил мои чувства? Анудура! Да будет так!
Аштера Фаладор. За Калимдор. Аштера Фаладор. Да будет так. Анудура. Здание. Мы потратили слишком много времени. Чем дольше мы ждем, тем сильнее становится армия Иллидана. Шандо, нам нужно атаковать немедленно. Что угрожает этим землям? Аштера Фаладор. Да будет так. За Калимдор. Что-то не так. Наши воины вступили в бой. Неужели сон притупил мои чувства? Наша священная роща осквернена. Как ты смеешь? Анудура. Я един с природой. Да будет так. За Калимдор. Аштера Фаладор. Здесь строит нелещенная роща осквернена. Что угрожает этим землям? Тиранда, что ты здесь делаешь? Это не твоя битва. Иллидан, мне не стоило выпускать тебя на свободу. Теперь я это понимаю. Ты превратился в чудовище. Грубая сила не может сравниться с силой истинной, Иллидан. Вот почему я предпочла тебе твоего брата. Правосудие свершится. Я един с природой. Здание готово. Что угрожает этим землям? Неужели сон притупил мои чувства? Мы впустую тратим время. Самое время. Здание готово. Я готова.
Здание готово. Я един с природой. Богиня, укажи мне путь. Что угрожает этим землям? Правосудие свершится. Поторопись. Здание готово. Близится финал. Что-то не так. Ашето Роман. Улучшение завершено. Наша священная роща осквернена. Я слышу голос Луны. Что-то не так. Что угрожает этим землям? Я готова. Здание готово. Неужели сон притупил мои чувства? Исследование завершено. Я един с природой. Слушаю. Что угрожает этим землям? Исследование завершено. Здание готово. Я един с природой. Требуется больше древесины. Требуется больше древесины. Я готова. Неужели сон притупил мои чувства? Пора продолжить охоту. Поторопись. Здание готово. Наша священная роща осквернена. Требуется больше древесины. Что-то не так. Исследование завершено. Исследование завершено.
Здесь строить нельзя. Что-то не так. Я един с природой. Аш, это Роман. Что угрожает этим землям? Здание готово. Здание готово. Богиня, укажи мне путь. Я готов. Здание готово. Что-то не так. Что угрожает этим землям? Здание готово. Здание готово. Здесь строить нельзя. Наши воины вступили в бой. Я един с природой. Улучшение завершено. Сон притупил мои чувства. Исследование завершено. Здание готово. Наша священная роща осквернена. Что-то не так. Я един с природой. Анудура. Наша священная роща осквернена. Исследование завершено. Анудура. Аштера Паладор. Исследование завершено. Здесь строить нельзя. Неужели сон притупил мои чувства?
Требуется больше древесины. Я прилетел. Просвети меня. Ветра. Кто смеет угрожать нашим лесам? Исследование что завершено. Что угрожает этим землям? Здание готово. Здесь строить нельзя. Я един с природой. Исследование завершено. Требуется больше древесины. Исследование завершено. Исследование завершено. Исследование завершено. Здание готово. Наша исследование завершено. Вернена. Неужели сон притупил мои чувства? Здание готово. Я вся внимание. Такова воля богини. Ухожу в тень. Выхожу из засады. Воистину. Наша священная роща осквернена. Наша священная роща осквернена. Здание готово. Требуется больше древесины. Мы впустую тратим время. Что-то не так. За Калимдор. Правосудие свершится. Здание готово.
здание готово. Здесь строить нельзя. Требуется больше древесины. Что угрожает этим землям? Здание готово. Здание готово. Исследование завершено. Неужели сон притупил мои чувства? Требуется больше древесины. Твой ход. Здание готово. Что-то не так. Исследование завершено. Исследование завершено. Я един с природой. Наша священная ручья осквернена. Что угрожает этим землям? Что-то не так. Пора продолжить охоту. Я един с природой. Исследование завершено. Неужели сон притупил мои чувства? Да будет так. Готово.
Мы впустую тратим время. Богиня зовет. Что угрожает этим землям? Поторопись. Что угрожает этим землям? Исследования совершены. Виновные будут наказаны. А ну, дура. Что-то не так. Я уже заждалась. Здание готово. Я един с природой. Я слышу голос Луны. Правосудие свершится. Неужели сон притупил мои чувства? Да будет так. Что-то не так. Я един с природой. Богиня, укажи мне. Исследование завершено. Я завершу начатое. Наша священная ручка свернена. Виновные будут наказаны. Наши воины вступили в бой. Неужели сон притупил мои чувства? Правосудие свершится. Самое время. Я привык, что угрожает этим землям. Кто смеет угрожать нашим лесам? Да будет так. Наш герой пал в бою. Ашето Роман. Я готова. Я люблю природу. Требуется больше древесины. Что-то не так. Проси, о чем хочешь. Укажи мне путь. Я готова. Рассказывай. Я един с природой. Наша священная роща осквернена. Стою на страже. Богиня, укажи мне путь. Ухожу в тень. Я не боюсь. Жду приказа. Поторопись. Такова воля богини. Я карающая длань правосудия. Выхожу из засады. Наша священная роща осквернена. Я поклялась отомстить. Выхожу из засады. Я поклялась отомстить. Воистину.
Я не боюсь. Здание готово. Требуется больше древесины. Что угрожает этим землям? Неужели сон притупил мои чувства? Я готова. А, как я люблю природу. Наши воины вступили в бой. Что угрожает этим землям? Я не сплю. Богиня, укажи мне путь. Здание готово. Что-то не так. Неужели сон притупил мои Пора чувства? Пора продолжить охоту. Я един с природой. За Калимдор. Как я люблю природу. Аштера Паладор. Я готов. Я прилетел на крыльях ветра. Я слышу голос Луны. Улучшение завершено. Неужели сон притупил мои чувства? Не буди во мне зверя. Я готов. За моих братьев. Я един с природой. Мы впустую тратим время. Ашал Тарадас! Богиня зовет. Что угрожает Наши этим землям? Наши воины вступили в бой. Поторопись. Богиня зовет. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Я слышу голос Луны. Правосудие звучит. Я уже заждалась. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. Наши воины вступили в бой. Наши воины вступили в бой. Недостаточно золота. Мы впустую тратим время. Наш герой пал. Богиня. Я един с природой. Аштера Паладор. Я готов. Как я люблю природу. Я слышу голос Луны. Что угрожает этим землям? А ну, дурак. Ашетураман.
Кто смеет угрожать нашим лесам? Приказ поняла. Богиня, наши воины вступили в бой. Я прилетел на крыльях лодка. Неужели сон притупил мои чувства? Что угрожает этим землям? Наши воины вступили в бой. Что-то не так. У нас мало времени. Наши воины вступили в бой. Наша священная роща осквернена. Я не сплю. Я прилетел на крыльях ветра. Я един с природой. Я готова. Наша рука карающая длань правосудия. Я люблю природу. Неужели сон притупил мои чувства? Богиня, укажи мне путь. Я прилетел на крыльях. Что угрожает этим землям? Да будет так. Что угрожает этим землям? Пора продолжить охоту. Спящий пробудился. Наш герой пал в бою. Недостаточно золота. Наш герой пал в бою. Недостаточно золота. Я готова. Улучшение завершено. Твой ход. Здание готово. Наш рудник истощен. Здание готово. Я един с природой. Недостаточно золота.
Что-то не так. А ну, дурак. Да будет так. Мы впустую тратим время. Я готова. Твой ход. Наше время настало. Кто смеет угрожать нашим лесам? Наши воины вступили в бой. Вперед к небесам. Богиня зовет. Неужели сон притупил мои чувства? Я вся внимание. Поторопись. Здание готово. Стою на страже. Такова воля богини. Ухожу в тень. Я слышу голос Луны. Богиня зовет. Во имя Луны. Во имя Луны. Что угрожает этим Наша землям? Наша священная роща осквернена. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что-то не так. Правосудие свершится. Близится финал. Мне нанести удар. Наши воины вступили в бой. Неужели сон притупил мои чувства? Здесь строить нельзя. Наши воины вступили в бой. Я
един с природой. Что угрожает этим землям? Наша священная ручья осквернена. За календар! Наша священная ручья осквернена. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Близится финал. Я слышу голос Луны. Наша священная ручья осквернена. Неужели сон притупил мои чувства? Наши воины вступили в бой. Наша священная ручья осквернена. Поторопись. Мы победили, Шандо. Для меня было большой честью сражаться вместе с тобой. Битва еще не закончена, Маев. Или дано рано сбрасывать со счетов. И к тому же я нигде не вижу Тиранды. Выходи, Элидан. Все кончено. Нет, моя дорогая жрица. Все только начинается. Жаль, что ты не можешь увидеть все моими глазами. Но теперь ты узнаешь, на что я способен. А вместе с тобой и весь мир. Ашкарат! Брат! А ты что здесь делаешь? Я пришел остановить тебя, Илидан. Нужно было не изгонять тебя, а вернуть в клетку, пока у меня еще был шанс. Я проявил слабость. Но больше это не повторится. Я поклялся в верности новому господину, брат. Меня ждут великие дела. Очень жаль, но я не могу позволить тебе встать у меня на пути. Не волнуйся, любовь моя. Мы найдем Элидана, куда бы он ни сбежал. Мы найдем его. Наши войска скоро будут готовы. Но мы почти ничего не знаем о том странном крае, куда отправился Илидан. Этот край носит имя Лордерон. Там живут народы, верные Альянсу. Тому самому Альянсу, что помог нам в битве на горе Хиджал. Мне говорили, что их королевство и людей, и эльфов разорила армия плети. Нежить.
Эти леса жестоко пострадали. Мне придется на время оставить вас. Я войду под тень деревьев и попробую поговорить с землей. А мы тем временем попытаемся найти следы Иллидана. Надеюсь, что вы займетесь только этим. Выяснять отношения вы сможете после того, как мы найдем моего брата. Разумеется, Шандо. Отправляемся немедленно. Здесь был лагерь Альянса. Похоже, на него напали совсем недавно. Чужеземцы, милорд. Вроде бы они не из нежити, но кто знает. Ишнуала, ночные эльфы. Я принц Кельтас. Должен признать, я не ожидал увидеть вас в этих землях. Впрочем, что бы ни привело вас сюда, в этом проклятом краю вы найдете только смерть и тьму. Ишнудалдиб, Кельтас. Я Маев Песнь Теней. А это Тиранда Шелест Ветра. Мы охотимся на могучего демона, который недавно прибыл в эти земли. Любопытно. Я ничего не знаю о демоне, но что-то растревожило нежить в руинах Долорана. Мертвецы нападают на нас и днем, и ночью. Мы как раз собирались оставить этот лагерь и отправиться на поиски убежища на другом берегу реки Эревас. Что ж, юный принц, тогда мы готовы помочь тебе. Подожди, у нас на это нет времени. Быть может, когда твои солдаты окажутся в безопасности, вы поможете нам в охоте на демона. Почту за честь, миледи. Правосудие свершится. Ашето Роман. Не буди во мне зверя. Поторопись. Виновные будут наказаны. Нежить атакует. Защищайте караван. Не бойся, Кельтас. Наши горные великаны быстро расправятся с этими убогими тварями. Их каменные шкуры практически неуязвимы для вражеских атак. Тиранда, мы напрасно тратим время. Нам нужно искать Иллидана. Маев, им нужна наша помощь. Их собратья помогли нам в войне с Легионом, и мы должны вернуть этот долг. У нас мало времени. Нежить вернулась. Защищайте караван! Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Защищайте караван любой ценой. Правосудие свершится. Самое время. А, лагерь наемников. Мы можем завербовать кого-нибудь из них. Но для этого придется найти золото, которое я припрятал неподалеку. Ты спрятал свое золото? Миледи, мы проигрываем войну. С каждым днем нежить все теснее смыкает кольцо вокруг нас. Приходится хранить припасы так, чтобы они были надежно спрятаны, но при этом всегда оставались под рукой. Здесь, в глуши, есть несколько наших тайников. Значит, мы найдем их. Да будет так. Мы впустую. На караван напали!
Я уже сождалась. Правосудие свершится. Наши воины вступили. На караван напали. Караван почти уничтожен. Мы должны отбить атаку. Я завершу начатое. Защищайте караван любой ценой. Близится финал. Я уже заждалась. Мы впустую тратим время. Самое время. Правосудие свершится. Богиня зовет. Да будет так. Недостаточно золота. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Поторопись. Виновные будут наказаны. Поторопись. Вот где Кельтас спрятал свое золото. Забираем его и идем дальше. Самое время. Наточил я свой топор. Недостаточно золота. Наточил. Защищайте караван любой ценой. Близится финал. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Правосудие свершится. Кто смеет угрожать нашему славе? Защищайте караван любой ценой. Продолжить охоту. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Близится финал. Виновные будут наказаны. За стражей. Во имя правосудия. Самое время. Я завершу начало. На караван напали. Мы почти потеряли караван. Защищайте его. Остановимся здесь и пополним припасы. К сожалению, у меня осталось мало солдат. Армия плети изрядно потрепала нас за последние месяцы. Кельтас, а как же ваши собратья, высшие эльфы? Неужели они не сражаются с нежитью? Плеть уничтожила нашу родину, Кельталас, и мой народ почти исчез с лица земли. Те немногие, что остались в живых, теперь называют себя эльфами крови, в память о тех, кто пал в той войне. Кельтас, я скорблю о павших вместе с тобой, но ты не должен позволить ярости и отчаянию завладеть твоим сердцем. Возможно, тебе суждено привести свой народ к новому, светлому будущему. На караван напали!
Виновные будут наказаны. Близится финал. Мы впустую тратим время. Поторопись. Защищайте караван любой ценой. Самое время. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Близится финал. Защищайте караван любой ценой. Правосудие свершится. Поторопись. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. А караван напали. Правосудие. Еще один тайник Альянса. Берем золото и уходим. Во имя Элуны. Немедленно. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Виновные будут наказаны. Виновные будут наказаны. Поторопись. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Самое время. Поторопись. Защищайте караван любой ценой. Мы впустую тратим время. Во имя Луны. Богини зовут. Пора продолжить охоту. Я жду. Правосудие свершится. Близится финал. Близится финал. Виновные будут наказаны. Самое время. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Друзья мои, мы на распутье. До нашей цели можно добраться короткой дорогой.
но она проходит слишком близко от крепости Нежити. Второй путь безопаснее, но мы потратим больше времени на то, чтобы добраться до реки. Обе дороги небезопасны. В любом случае не стоит медлить с выбором. Самое время. Виновные будут наказаны. Я уже один из немногих оставшихся аванпостов на этом берегу. Мы отдохнем здесь и соберем подкрепление. Пора продолжить охоту. Поторопись. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Близится финал. Кто смеет угрожать нашим лесам? На караван напали! Мы впустую тратим время. Поторопись. Пора продолжить охоту. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Близится финал. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Самое время. Правосудие свершится. Богиня зовет. Во имя Кинария! За Калимдор! Да будет так. Во имя Кинария! Такова воля богини. На караван напали! Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Ашето Роман. Наши воины вступили в бой. Немедленно. Да будет так. Поторопись. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Близится финал. Мы впустую тратим время. Я слышу голос Луны. Да будет так. Во имя Луны. Такова воля богини. Поторопись. Я слышу голос Луны. Энурифа! Энурифа! Наши воины вступили в бой. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Немедленно. Анудора! Во имя Луны. Да будет так. Правосудие свершится.
Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Поторопись. Мы впустую тратим время. Кто смеет? На караван напали. Поторопись. Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Богиня зовет. Немедленно. Поторопись. Я завершу начатое. Правосудие свершится. Поторопись. Самое время. Ашето Роман. Кто смеет угрожать нашим лесам? Еще один тайник с золотом. Оно поможет нашему делу. На караван напали! Вступили в бой. Такова воля богини. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится. Я слышу голос Луны. Ашето Роман. Говори быстрее. Мы впустую тратим время. Виновные будут наказаны. Виновные будут наказаны. Близится финал. Я уже заждалась. Я слышу голос Луны. Поторопись. Пора продолжить охоту. Жду не дождусь. Правосудие свершится. Поторопись. Что на этот раз? Пора продолжить охоту. За стражей! Во имя правосудия! Самое время. Я завершу начатое. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Близится финал. Требуется моя помощь? Как скажешь. Ладно. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась.
Самое время. Я уже заждалась. Пора продолжить охоту. Самое время. Богиня зовет. Поторопись. Нежить вернулась. Защищайте караван. Правосудие свершится. Ашал Карабас! Кто смеет угрожать нашим лесам? Мы впустую тратим время. Я слышу голос Луны. Наши воины вступили в бой. Виновные будут наказаны. На караван напали. Правосудие свершится. Близится финал. Богиня зовет. Да будет так. За Калимдор! Немедленно. Во имя Луны. Пора продолжить охоту. Кто смеет угрожать нашим лесам? Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Летающая нежить! Защищайтесь! На караван напали!
Наши войска скоро будут готовы. Но мы почти ничего не знаем. Пора продолжить охоту. Самое время. Виновные будут наказаны. Поторопись. Близится финал. Нежить атакует! Защищайте караван! Не бойся, Кельтас. Наши горные великаны быстро расправятся с этими убогими тварями. Их каменные шкуры практически неуязвимы для вражеских атак. Тиранда, мы напрасно тратим время. Нам нужно искать Иллидана. Маев, им нужна наша помощь. Их собратья помогли нам в войне с Легионом. И мы должны вернуть этот долг. Во имя Луны. Такова воля богини. Поторопись. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Пора продолжить охоту. Нежить вернулась. Защищайте караван! Пора продолжить охоту. Поторопись. А, лагерь наемников. Мы можем завербовать кого-нибудь из них. Но для этого придется найти золото, которое я припрятал неподалеку. Ты спрятал свое золото? Миледи, мы проигрываем войну. С каждым днем нежить все теснее смыкает кольцо вокруг нас. Приходится хранить припасы так, чтобы они были надежно спрятаны, но при этом всегда оставались под рукой. Здесь, в глуши, есть несколько наших тайников. Значит, мы найдем их. Немедленно. Нежить вернулась! Защищайте караван! Я завершу начатое. Самое время. Я завершу начатое. Близится финал. Виновные будут наказаны. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Поторопись. Пора продолжить охоту. Правосудие свершится. Я слышу голос Луны. Наши войска скоро будут готовы. Пора продолжить охоту. Поторопись. Мы впустую тратим время. Кто смеет? Нежить атакует! Защищайте караван! Не бойся, Кельтас. Наши горные великаны быстро расправятся с этими убогими тварями.
Их каменные шкуры практически неуязвимы для вражеских атак. Тиранда, мы напрасно тратим время. Нам нужно искать Иллидана. Маев, им нужна наша помощь. Их собратья помогли нам в войне с Легионом. И мы должны вернуть этот долг. Маев? Мы впустую тратим время. Уже в пути. Не буди во мне зверя. Пора продолжить охоту. Я не сплю. У нас мало времени. Богиня зовет. Поторопись. Богиня зовет. Не буди во мне зверя. Кто смеет угрожать нашим лесам? Мы впустую тратим время. Как мне нанести удар? Правосудие свершится. Я уже заждалась. Самое время. Ашето Роман. Во имя Луны. Такова воля богини. А, лагерь наемников. Мы можем завербовать кого-нибудь из них, но для этого придется найти золото, которое я припрятал неподалеку. Ты спрятал свое золото? Миледи, мы проигрываем войну. С каждым днем нежить все теснее смыкает кольцо вокруг нас. Приходится хранить припасы так, чтобы они были надежно спрятаны, но при этом всегда оставались под рукой. Здесь, в глуши, есть несколько наших тайников. Значит, мы найдем их. Богиня зовет. Да будет так. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Виновные будут наказаны. Я слышу голос Луны. Пора продолжить охоту. Я не сплю. Поторопись. Мы впустую тратим время. Кто смеет угрожать нашим лесам? Пора продолжить охоту. Самое время. Во имя правосудия. Кто смеет угрожать нашим лесам? Поторопись. Я уже заждалась. Защищайте караван любой ценой. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Мы впустую тратим время. Близится финал. Я завершу начатое. За стражей! Вот где Кельтас спрятал свое золото. Забираем его и идем дальше. Самое время. Правосудие свершится. Виновные будут наказаны. Близится финал. Наточил я свой топор. Пора продолжить охоту. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Я завершу начатое. На караван напали.
я уже заждалась. Самое время. Правосудие свершится. На караван напали. И чудо. Мы впустую тратим время. Близится финал. Виновные будут наказаны. Самое время. Близится финал. Ашал Тарадас! Во имя правосудия! За стражей! Во имя правосудия! Я уже заждалась. Я слышу голос Луны. Такова воля. Остановимся здесь и пополним припасы. К сожалению, у меня осталось мало солдат. Армия Плети изрядно потрепала нас за пос... Кельтас, а как же ваши собратья, высшие эльфы? Неужели они не сражаются с нежитью? Плеть уничтожила нашу родину, Кельталас, и мой народ почти исчез с лица земли. Те немногие, что остались в живых, теперь называют себя эльфами крови, в память о тех, кто пал в той войне. Кельтас, я скорблю о павших вместе с тобой. Но ты не должен позволить ярости и отчаянию завладеть твоим сердцем. Возможно, тебе суждено привести свой народ к новому, светлому будущему. Близится... На караван напали! Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Ашето Роман. Да будет так. Пора продолжить охоту. Самое время. Мы впустую тратим время. Поторопись. Ашето Роман. Правосудие свершится. Защищайте караван любой ценой. Богиня зовет. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Близится финал. Виновные будут наказаны. Мы впустую тратим время. Еще один тайник Альянса. Берем золото и уходим. Такова воля богини. Правосудие свершится. Я завершу начатое. Мы впустую тратим время. Нежить вернулась. Защищайте караван! Поторопись. Близится финал. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны.
Пора продолжить охоту. Защищайте караван любой ценой. Я завершу начатое. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Виновные будут наказаны. Мы впустую тратим время. Я слышу голос Луны. Нежить вернулась. Защищайте караван. Кого убить? Правосудие свершится. Кто смеет угрожать нашим лесам? Пора продолжить охоту. Самое время. Близится финал. Самое время. Виновные будут наказаны. Чего надо? Правосудие свершится. Поторопись. Один из немногих оставшихся аванпостов на этом берегу. Мы отдохнем здесь и соберем подкрепление. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Друзья мои. Близится финал. Я завершу начатое. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Я слышу голос Луны. Мы впустую тратим время. Правосудие свершится. Пора продолжить охоту. Самое время. Близится финал. Богиня зовет. Поторопись. Пора продолжить охоту. Ашето Роман. Да будет так. На караван напали. Во имя Элуны. Во имя Элуны. Еще один тайник с золотом. Оно поможет нашему делу. У меня есть дела поважнее. Наточил я свой топор. Роман. Немедленно. Богиня зовет. Да. Кто смеет угрожать нашим лесам? Поторопись. Правосудие свершится.
Я уже заждалась. Я завершу начатое. Близится финал. Такова воля богини. Во имя Кинария! Да будет так. Защищайте караван любой ценой! Я слышу голос Луны. Мы впустую тратим время. Кто смеет угрожать нашим лесам? Правосудие свершится. Самое время. Виновные будут наказаны. Пора продолжить охоту. Я уже заждалась. Мы впустую тратим время. Я завершу начатое. Ашетураман, поторопись. Хочешь топор? Я слышу голос. Что на этот раз? Требуется моя помощь. Пора продолжить охоту. Защищайте караван любой ценой. Во имя Луны. Наши воины вступили в бой. Да будет так. Поторопись. Мы впустую тратим время. Кто смеет угрожать нашим лесам? Чего надо? Даю Вани Ванга. Правосудие свершится. Богиня зовет. Да будет кого так. Кого убить? Я слышу голос Луны. Правосудие свершится. Самое время. Близится финал. Летающая нежить! Защищайтесь! Самое время. Близится финал. Виновные. Защищайте караван любой ценой. Я уже заждалась. Самое время. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Близится финал. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Я слышу голос Луны. Богиня зовет. Такова воля богини. Чем могу помочь? Кто смеет угрожать нашим лесам? Пора продолжить охоту. Самое время. Близится финал. Я завершу начатое.
Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Самое время. Нежить вернулась. Защищайте караван. Поторопись. Виновные будут наказаны. Близится финал. Я завершу начатое. Близится финал. Я завершу начатое. Самое время. Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. Я завершу начатое. А, это деревня погребальных костров. Река Эревас находится прямо за ней. Кажется, что-то здесь не так. Возможно. Но мы должны двигаться дальше. Проклятие! Они поджидали нас! Защищайте караван любой ценой! Мертвецам нет числа. Самое время. Нежить продолжает наступать. Пора продолжить охоту. Самое время. Мы отбили атаку, но к нам идет вторая волна. Мы не можем больше ждать. Еще одна атака, и мы потеряем караван. Кильтас, пусть караван переправляется через реку. Я останусь и буду защищать мост. Я ценю твое благородство, жрица, но даже тебе не сдержать эту орду. Элуна защитит меня и придаст мне сил. Сдерживает их. Богиня милосердная. Нужно спасти Тиранду. Течение уносит ее прямиком во владение нежити. Нет, Кельтас. Тиранда знала, чем рискует. У нас есть более важная цель, а времени осталось очень мало. Твои солдаты в безопасности. Пришло время исполнить обещанное и помочь мне в охоте на демона. Эти земли пострадали не меньше, чем ясеневый лес. Чума нежити погубила несметное множество деревьев. Если бы только друиды могли... Землю раздирает на части!
боль невыносима. Древние духи леса, заклинаю вас, покажите мне то, что скрыто от взора. Покажите, что истязает эту землю. Я вижу холодные пустоши Нордскола, вершину мира. Сама земля раскалывается. Как такое возможно? Кто стоит за всем этим? Получилось. Ничто не может противостоять силе Ока. Скоро я покончу с врагами моего господина и потребую у него справедливой награды. Благодарю вас, великие духи. Я знаю, что нужно сделать. Обещаю вам, его вероломство не останется безнаказанным. Маев, нам нужно поторопиться. Иллидан начал ритуал, способный расколоть вершину мира. Мы должны... Постой, а где Тиранда? Мне жаль, Шандо, но жрица пала в бою. Мы помогали отряду солдат Альянса отбиваться от нежити. Жрица доблестно сражалась, но я своими глазами видела, как ее разорвали мертвецы. Разорвали? Тиранда, сердце мое, я должен был быть там с ней. Ты еще сможешь отомстить за ее гибель, Шандо. Мы покончим с Иллиданом вместе. Именно из-за него мы пришли в этот проклятый край. Он причина твоей потери. Шандо, это принц Кельтас, союзник, о котором я рассказывала. Приветствую тебя, великий друид. Мои разведчики подтвердили, что Иллидан и его змеи расположились на руинах города Даларан. Они исполняют какой-то странный ритуал с помощью артефакта, похожего на драгоценный камень. Должно быть, они используют Око Саргероса. Но зачем им наносить удар по вершине мира? Это не важно. Они умрут раньше, чем успеют завершить ритуал. Иллидана нужно остановить раз и навсегда. Я един с природой. Правосудие свершится. Близится финал. Что-то не так. Мы впустую тратим время. Что-то не так. Требуется больше древесины.
Требуется больше древесины. Я един с природой. Не буди во мне зверя. Поторопись. Мы впустую тратим время. Я завершу начатое. Наги захватили в плен людей-паладинов. Если мы освободим их, они помогут нам остановить Элидана. Исследование завершено. Ашал Тарадас! Что угрожает пора этим землям? Пора продолжить охоту. Виновные будут наказаны. У нас мало времени. Неужели сон притупил мои чувства? Аштера Паладон. Аштера Паладон. Правосудие свершится. Я завершу начало. Базис союз миллион бомба. Что-то не так. Торпалан Удоран. Закалимдор. Да будет так. Анудура. Базе союзника Анудура. Нужна помощь. Наши воины вступили роль. Пал в бою. Наша священная роща осквернена. Я един с природой. Правосудие свершится. Исследование завершено. Исследование завершено. Наги захватили в плен людей-паладинов. Если мы освободим их, они помогут нам остановить Элидана. Исследование завершено. Исследование завершено. Пора продолжить охоту. Базе союзника нужна помощь. Поторопись. Исследование завершено.
Требуется больше древесины. Правосудие базе союзника нужна помощь. Мы задержим Наг сколько сможем. За Кельталас! Исследование завершено. Близится финал. Базе союзника нужна помощь. Пора продолжить охоту. Я чувствую, как их магия разрушает вершину мира. Мы должны прекратить это. Базе союзника нужна помощь. Мы впустую тратим время. Базе союзника нужна помощь. Мы впустую тратим время. Исследование завершено. Базе союзника нужна помощь. Пора продолжить охоту. Близится финал. Базе союзника нужна помощь. Правосудие свершится. Мы впустую тратим время. Исследование завершено. Базе союзника нужна помощь. Исследование завершено. Как мне нанести удар? Не буди во мне зверя. А ну, пора продолжить исследование охоту. Завершено. Поторопись. Базе союзника нужна помощь. Поторопись. Правосудие свершится. Виновные базе союзника нужна помощь. Здание готово. Базе союзника нужна помощь. Исследование завершено. Поторопись. Улучшение завершено. Пора продолжить охоту. Я вся внимание. Выхожу из засады. Мы впустую тратим время. Исследование завершено.
Правосудие свершится. Я завершу начатое. Самое время. Близится финал. Исследование я завершу завершено. Начатое. Виновные будут наказаны. Базе союзника нужна помощь. Исследование связи союзника нужна помощь. Исследование завершено. Исследование завершено. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. Базе союзника начатое. Нужна помощь. Виновные будут наказаны. Близится финал. Я уже заждалась. Поторопись. Базе союзника нужна помощь. Базе союзника нужна помощь. Исследование завершено. Пора продолжить охоту. Самое время. Базе союзника нужна помощь. Исследование завершено. Поторопись. Пора продолжить охоту. Базе союзника нужна помощь. Правосудие завершено. Богиня, укажи мне путь. Исследование базе завершено. Союзника нужна помощь. Что угрожает этим землям? Я готова. Неужели сон притупил мои чувства? Базе союзника нужна помощь. Спящий пробудился. Наши воины вступили в бой. Что-то не так.